Никакой дрели, все исключительно вручную. Ульяновский студент многопрофильного техникума участвует в конкурсе профессионального мастерства «Обилимпикс». Вячеслав Сафонов выступает в компетенции «Столярное дело». Парень вооружился стамеской, ножовкой и уголком. За полтора часа Вячеслав должен сделать столярное соединение из соснового бруса. Первый раз участвуешь в конкурсе? Второй. А что было в том году? Я делал раму оконную. Какое место занял? Первое. За нашим конкурсантом наблюдает федеральный эксперт онлайн. Трансляция ведется через 3 камеры. Юный столяр не волнуется, потому что в мастерской градостроительного колледжа находятся его преподаватели. Так он чувствует поддержку от наставников. Участие в этом конкурсе открывает новые профессиональные возможности. В первую очередь, конечно же, профессиональный рост. В дальнейшем он может улучшить свои знания, пойти на профильные предприятия. Но и есть денежное вознаграждение, конечно же. После регионального этапа конкурса лучшие участники отправятся на федеральный чемпионат «Обилимпикс». На данный момент в ежегодном профессиональном квесте участвуют студенты из 46 регионов. Отборочный этап будет проходить до 17 октября. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.